4-5 сентября в Петропавловске-Камчатском и в Елизово прошла акция по бесплатной стерилизации домашних и безнадзорных животных, проводимой силами Новосибирской благотворительной организации «База реабилитации животных». Акция проводилась при поддержке правительства Камчатского края. Были предоставлены транспортные средства, были предоставлены помещения. Со стороны агентства по ветеринарии было обеспечено участие специалистов агентства в качестве таких, можно сказать, добровольных помощников и с целью обмена опытом, потому что новосибирские коллеги, скажем, презентовали методику работы с животными без владельцев, проведение операции по стерилизации по усовершенствованной методике. Ну, мы, конечно, убедились, что методика не сильно отличается от тех процедур, которые проводят специалисты ветеринарные в Камчатском крае. Вот. Но несколько полезных моментов мы тоже для себя отметили и тоже будем их внедрять. Такие моменты, как использование оборудования для фиксации дополнительного, использование коагуляторов термических и электрических и скорость проведения операции, ее подготовка, ну и алгоритм проведения операции мы тоже для себя немножко уточнили.